Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня приготовим баклажаны, фаршированные мясом. Для этого нам нужно сперва почистить баклажаны, посолить и оставить на полчаса, чтобы стекла лишняя жидкость. Делаем надрез. Потом солим и оставляем на полчаса. И так каждый баклажан. Наши баклажаны готовы. Сейчас приступаем к сборке. Нам надо подготовить фарш. У меня телятина. И овощи, помидоры и болгарский перец. Помидоры готовы. Сейчас пожарим перец. Наши баклажаны и мясо готово. Сейчас собираем. Дальше поливаем нашим томатным соусом. Ставим заранее разогретую духовку на 200 градусов 25-30 минут. А можно баклажаны приготовить так, со свежими помидорами и перцем, и сверху добавить сыр. У меня гауда и сулугуни. Наши баклажаны готовы. Приятного аппетита! Подписывайтесь на мой канал, будет много интересного.